Ботинки это нахуй боль вообще всех. Мне тоже ботинки равно лично. Да, вроде нет, нормально все с ботинками. Антовский взялся, пока я не парюсь. Да я тоже хочу такие взять, только с РПБ. Вчера выпали, сука, Ханс Роль. Мне кольцо поменяйте и плащ. Все. Я уже буду радостно. Что люди МФКшат, мы время просираем. Пошли, лог тут внутри, если что, шкаф. Ну, Андрюха сейчас чай намешает себе и будет добрый прорыв. А, я все. Ну, трэш, так трэш пока идите-то чистите, что да? У тебя время реально теряете. Да, пошли. И наклада. Шопс. Махила, не, Женя не вредит. Вами ДЦСник хватит его подпилить. ДКСник да. Ну, такое. Ну, что такое, если все встанут рядом, нормально будет. Там же КУ урона особо нет никакого. Там только этот рывок долбанный. Да я здесь, ребята, я должен переодевать. Более Женя здесь. Кто танчит вас, скажите мне. Николай. Он вообще в другой пати. В первой пати. Ну я-то в другой пати. Мы с ним в разных. Он про тотем. Перекинь его, Санька, к танку в пати. И все. Че, не надо кидать. В бою. Ну, понятно, что не в бою. Ну, я вас знаю, да. Ребят, Кастер, станьте ближе. Че, Влад, как отдохнул? Нового Господа. А чё у них с ХП? Нормально, у них сейчас ХП были в прошлый раз, всё убиваемо, спокойно. У кого-то уже есть этот? Гайдюка? Ураги. Хуясин, блядь. Выпил, что ли? Не-не, вдонил. Чё, много профита дает? Ну, хуй Рогин знает, 200. Блин, да хуй, да. Слушай, будем видеть, сейчас будем видеть босса, потом посмотри, пожалуйста. Мы сейчас будем умирать. Да я не знаю, что, блядь, я за километр встали и говорю, блядь, дайте. Мне кажется, что огородная триня получше будет. А какая огородная? Сейчас да. Еще кружка. Кружка еще сейчас выйдет. Будет вообще неплохая тринка. Для тебя. Не, ну типа да, с кружкой прикольно. На мультика. Просто сейчас апа огородной выйдет, или там. Типа в соло цели, не знаю, лучше будет. А это уже зависит от того, да, что там есть трэш, нет. Эта тринка всегда расценивалась как гауешная. Я просто тринку вот это сейчас, которая у тебя это. Сурваханта. С4 месяца поработала. Думаю. Она на хантах плохо работает. На этом видел, что-то на форуме писали, что на хантам она типа. Слабо АП ДПС. Она работает только на ФДК, на ЛХ и на РУГа. Все. Естественно, классы сосуд. Что кружка, что медальон гадюки. Ну так и да, она быстро заражается. Ну они когда ППМ переделали, типа тут стаки хуже набиваться стали. Так, давайте сейчас будет после этого пака я раскинул пати, чтобы шаман был в первой группе. ДК пока не пуль. Потом спулишь, выведешь вот сюда, чтобы когда если что фернят, мы еще не запулили. Все купили, надеюсь, все бульки, ребят.
Так, подожди, не понял. Чё за бульки? Блядь. Припот, я припот и всё остальное. Чё, ДК не в это? А, это да. Ладно. Лице, дисполит. Приоритет коней. Всем привет. Здорово. Здорово. Ты как всегда, Андруха. Ну, у меня вот звонок Петя разбудился. А, то есть надо было пораньше позвонить, да? Не знаю, но факт есть факт. Понятно. Также тут стоим, до кого пулиной. Ой, Влад, это в Дэстоле, пожалуйста. После этого пака это, Женя отопил. Спасибо. Бля. Три человека добрать надо. Я в Владимире. Владимире. Как я? Ну вот ищу Салу. Сала Хант в идеале. И ГДК было бы идеально. Даже еще, а ты что, не станешь, что ли? Саня со вторым рейдом пошел. Вы до куда дошли, кстати, в прошлый раз? Еще дошли-то у нас, это два танка. Зачем нам надо два танка? Мы дальше не продолжали. Мы дальше не продолжали. Только дошли и там. Сбило вчера Ксарана, ХМ. Короче, блядь. Тьфу, блядь, я не босс. Давай, ДК, вы пулили? Тут стоим. Ну, потный, но убиваемый, если все нормально сделают. Подожди, я сейчас. Они нормально. Блядь. Короче, вообще, блядь, типа, в плане, если брать X3, знаешь, как вот был второй нерв Каражана. Типа, в одного танка не дамажит, да, типа надо тупо ДПС и, ну, хотя бы две зимы пережить, все. Ну и, соответственно, надо работающие силы. 300 возможностей гимна маны с костры. Андрюха, не забывай, что боб работает на ране, то есть там боб. Одного хила сейвит. По нему урон вообще не попадает. Ну, это один раз. Одну зиму мы так сможем пережить. Ну, да. На вторую массакра, типа такого что-нибудь. Незыбка. Ага. Масса. Без холипала. Распала. Ну, вчера бил с этим, да, с Аршамой. Ну, скажу так. Типа... Повезло, что все просто знают тактику, типа, блядь. Вот тот парень, что-то пиздец. Я ожидал от него больше. Парень, который. Типа, который играет вечером у нас. Так, подожди, ДК, сейчас это хилы отопился. Мне, короче, блядь, Каржан хэм, да? Да, Каржан хэм. Женя, пей. Пью. Ты не пьешь. Вот шкаф при сумоне мерили. Да, сову, я думаю, сейчас Андрей сове будет. Шпати, можешь перекидать, Андрей. Ну, да, ты сильно охуевший, что уже два Каржана хэм идёт. Ага. Так, всем пати нравится, я просто не смотрел по расам. Ну, короче, не мешай.
Не мешаем вам, пойдем в другой дис. Те, кто со мной хватит. Ну, силу даем. Кастеры вроде шамана. Опять был. Так, все отпились. Можешь идти запуливать ДК. Уходи! Чё, Жень? Я шампусик открыл, всё, давай погнали. Начинаю. Да, это пьяный хило. А ты я монах. Чуть-чуть назад садить, чтобы вас фером не привело. Блядь, дикий нафиг. Конь, на моей цели конь, на стометку. О, блин, Влад Фрост бегает, ничего себе. Саня, на коня поставь. Я поставил метку на коня. Да? Я вижу. Здесь два коня. На жеребца он поставил. Какая разница, что тот фиряет. Что тот конь, что тот конь, да? Не, один фиряет, другой нет. Все, понял. Только точно какой из них фиряет, я не помню. По-моему, конь. Да, давайте, это гнева там, каратель. Гнева. Кстати, Сашка, я вчера сделал локалки не было на регионе. Я сегодня до 240-го дохуярил. КЦ. Тут же в Каре меньше на урон, правильно, по-моему, вам? Или я такой нищий? У нас срезано статы. Срезано на 120. Сила пониже. Дрюха. Который фокус. Ты кофе намешал? А. Кого? Сейчас кофе намешал? Вот сейчас как раз, блядь, забрал свою таблетку. Ну-ка, давай, забирай. Бля, я сюда напулил, пока что не вливайтесь. Так ты не бей. Ты не бей. Здесь никто не фиряет, так что ауе. Здесь танки могут пробивать. А Андрюшку засуманили? Да, он стоит. А, вижу. Позом. Позом кастует. Так, сейчас до босса доходим, а рельсы передается Андрею. Нихуя себе. Начал, не знаю. Ну я трэш почистил, в принципе, справился с своей задачей. Ну трэш, знаешь, да, тактику? Молодец. Хотя бы так. Так. Как он реагировал на трэш? ДК, иди, вот дальний трэш, приведи сюда, пожалуйста. Никто за ним не идет, здесь стоимся. Короче, погнали. А, ну там? Лоха, пошли туда завтра. Ну ты же думал, что всегда там были. Не, надо живой. Ой, короче, я каками прожму быстро. Ничего такое. Да мне ни рыбы, ни хуя нету, я только сейчас увидел. У меня 7 сапротов, 14 масла. 2 капсулы навкалина. Бутылка шампанского. 3 пакетика травы. Да-да-да. Не, я давно уже не курю, ребят, я подумал. Я всего лишь употребляю. Я колю. Я колюсь. Я принимаю водное просто. Я люблю, блядь. Я не курю. Шампанс уже розовый. Открыл какой-то. Не, ну трэш идет нормально. Ну, ес, много уешник. У нас лок. Значит, кто твой лок? Сыпноги. Да не, Чернобыль уже как бы давно. Ну как давно. Где все наши братва? Я слышал, я убегал. Кстати, а мы что, не взяли этого, да? Хпала нашего большого. Он на второй рейд, я так понял, пошел.
О, во втором рейде с мейником. Не было опала, кстати. Им хорошо сейчас там. Я не знал, что у нас крик есть. Тапнутый, так что все нормально по факту. А у этого пала как хэпала где-то? Хорошо. У этого хэпала, какой хэпал? Пала. У тебя. Да, а. Я бомж. Сам бомж, я. Че там, сколько? Вообще бомж. 38-й вроде хэпал. Ах, а ты сколько? Я вчера первый раз слышу, как Саша просит шмот нахуй. Заебись. Да не, я просто понял, что я одноручку щитом херпами когда выбью, потому что это самые ходовые вещи, которые тяжело сродить. А, да я забыл то, что с ИК мода и щит на криткаст, интеллект и пуха. Все, их у меня ботинки не упали. Я расстроен. А что, сколько? Сова 4Т4, нет? 24-29. Ну, нормальная сова, короче. Я? Yeah. Че это Андрей поменял? А я зачем? Сова, да. Ну, первый босс, я так понял, одного танка танчится, да. Я говорю, ты РЛ, ты говори, что делай. Ну, да. Прилетай, рассматривай. Просто поясни. Не дай ему РЛ или помощника. Сейчас, короче. Не дать. Так это, а топот на третий там миликов шотает или нет? Я что-то не могу понять. Топот? Топот нет. Ну, типа, бегать там не надо, потому что я в прошлом ряде отбегали у нас. Ну, два шага назад, чтобы не стоять во фрейме, и все. Сейчас простите, что смотрите, когда коня бьем, да? Да. Когда ты заходишь, когда ты подходишь близко к фрейму, тебя может лоб зацепить. Если ты стоишь на максимум же от него, то есть там можно стоять так, то ты можешь не отбегать. Это, Петя, вопрос, я прошу прибывать. Слушай, Петя, ты вот. Ништяк, вопрос вообще. Давай заново. Ты задонатил этот меч, у тебя он на двух персонажа, да? Как же? Нет. Ну, декан отдельно брал? Нет. Дважды не угадал. На весь аккаунт. На весь аккаунт именно реал. Блин, Петь, это бы я имел в виду. Потроллить тебя чуть-чуть нельзя. Свою репортуали. Ну, в коллекцию добавилось, да. На все, кто может двуручку таскать, это могут. Так, дальше. Мы этот сюрприз будет дисплейлить как баф? Сатсун по дисплейлить, он у нас прошел, да? Типа, я не знаю, воду будет корректно отображать или нет. Смотри, у тебя отображается на ком агро? Вот у меня галочки стоят над персонажами. У меня красная эта штучка вокруг фрейма. На ком агро. Ну, теоретически, да. Вот просто будет агро на одном танке. Возможно, еще на ком-то будет агро. Буду показывать, что на ком-то еще агро. И вот кто из этих, кроме этих двух, загорается красным, вот на том, значит, спел. Я постараюсь говорить. Я как заебал этот аукцион, пиздец, просто. А он только на одном человеке будет этот дебаф или на всех? На всех будет дебаф, но агро будет на одном. Будет на всех дебаф без агро, а именно дебаф с агром это вот тот человек, на ком висит дуб. Ну посмотрим, я просто же на друиде играл 4 месяца в этой Next 3. Спалить магию такое. Еще не научился. На первой фазе нужно таргет на диспелит, а на второй можно фута диспелит все. А, миссы вот эти, да? Нет, здесь не миссы, здесь тикающий урон по 7 косарей, по-моему. Так. Значит, дальше. Еще мне ставить тотем от огня? Сашка, поставить. У нас есть плюс, кстати, мы пал поставить от огня. А, может, я сосредоточенность сделаю, нет? Я мог бы это там так не поставить. А такое себе, потому что голуб сбивает каст, поэтому все равно кастовать не будет. Точнее, не голуб, а этот, как вот топот. Короче, я релуюсь, я не знаю, я вообще нихуя сделать не могу, подожди. Но я не специально. Да, нормально, блин. Афлик. Мы морально готовимся к тому, что... Это 4 афлик хотя бы, он умер, я в Т4.
Вот эта хуйня, незримое присутствие, напомните, как она там работает? Там что-то нельзя диспелить? Ну, незримое присутствие, это, короче, появляется призрак, который вцепляется в жопу какого-то игрока. И в АУЕ на всех вешает дебаф, который тикает урон. На всех как будто бы визит незримое присутствие магии. И всех можно продиспелить. Но если продиспелишь неверную цель, то прилетит 20 косарей урона от каждого продиспеленного. Маст диспел там ваншот. Надо диспелить только ту цель, на которой висит призрак. А, ну все, ну, там красный показ. Ну да, он там показывает огромную на этой цели. Но у меня тут багается, что вот коня мы пинаем, да, периодически появляется конь, который пинает взад кого-нибудь, отпинывает. И вот на нем у меня багается, агро постоянно висит. Поэтому у меня всегда два человека под агром, и потом появляется третий. И если третий не появился, то, вероятно, тот человек, который под агром, является носителем призрака. Хорошо, а вот этот призрак, он выбирается в цель? Нет, он еле заметный, его практически не увидишь. Хуёво. Вот такой, он такой. Чернобыль, не, у собаки у своей выключи там, потому что она может... Собака, да, она просто бабахнет и все. А он уникального бафа никакого не вешает на того, на кого смотрит? Нет, 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 на всех висит одинаковый дебаф, незримое присутствие. А вторая фаза когда начинается? А... Тут Пиноколада говорит, что типа можно мат диспел дать быстро, и никто не взорвется. Не, может кто остановить. А, я походу понял, типа, когда он накладывается, там есть секунда до того, как он на весь рейд наложится. Но это прям, ну, да, тайминг надо. А, получается, собака, я думаю, продиспелит моментально, нет? Ну, можно пробовать, кстати, да. Чтобы он, если вешает дебаф на одну цель, а потом распространяется на всех, то собака может среагировать. На экстриме вообще просто бабуинили, ничего не диспелили первый месяц. Я диспелил. Ну, первые два, походу, не диспелил, а дальше я диспелил. Хиловской состав позволял, там дерево, шам, хилли. Но дерева хватало. Ага. Я там потерял, ссылка. Давай, давай, возвращайся. Не буду терять. Хватит фаниться. Мне на X2 хватает дерева. Ты на X2 играешь сейчас? Да, там главный рел пришел, теперь мы Алары в хэмке не травим, фулл РТ мы заодно РТ закрываем. ЗС и хэм. ЗС там хэм или долг хэм. Ой, блядь, наконец-то все это дерьмо разбавилось. О, у хапала нету проходки. Забавно. Это, ребят, замоньте, пожалуйста, меня. Романа. Да, давайте начинать, это мы уже стоим 40 минут от РТ. Андрюха, жди. Да. Ага. Кого там? У Андрея. Андрюха, жужжишь. Инопланетянин, блядь. Во, повар пришел. Что жужжишь? Микрофон у тебя. Опять? Давай, что ты сейчас? Попинай его. Все нормально. Сейчас слышно? Сейчас Женю слышно, как у него там в канале творится. Ой, блин, я, короче, вообще не знаю. Главное, метки пошел ставить. Босс. Рейд. Мизона. Филы. Вторая фаза. Открыл бы сразу. Я в саде видом. Бекатан что?
Или в доспех есть? Он знает что-то больше, чем мы знаем. Если знает, то забейте. Может быть, я сюда не могу сидеть. Огласите, пожалуйста, тактику простым. Короче, первая фаза РДД занимает места, короче, занимает некую социалу. Впереди сюда остановились. ДЦ сюда остановились. Короче, вот займите, пожалуйста, места полукругового сзади коня РДшника. Первую фазу, чтобы там, если пройдемся с этим ДЦУхом, чтобы визуально было отразить, видеть, куда люди идут, чтобы сориентироваться быстрее, если по агу не сможем. Милики там тоже. Если еще, короче, по два разлить, два влево, два вправо, там обсудить. У тебя там микрофон, что-то где-то сзади, тихо говоришь. Поправь микрофон. Настраивайте так, чтобы его слышали, потому что он всегда так говорит, так что ничего не поменяется. Не знаю, вот честно, кричать не буду. Если тихо, блядь, на 200% добавьте. Сейчас получше уже. Короче, вот, смотрите. Первая фаза, вот, получается, просто не сдаете, просто бьете босса. На 50% уже не забираешь тотем. Ну, типа, на 51% забираешь тотем. Два села становятся вот сюда, 100%. Короче, потом... Что там по ХП? Короче, Чернобыль. А у нас милика вообще будет много, да? Ладно, короче, значит, получается... Все РДшники станете вот сюда, в Луну. А Чернобыль с нами станешь вот сюда тоже. С биликами. Один только Чернобыль. Все. Вторая фаза начинается, босса поставили. Босса, соответственно, ДК начинает заводить, поставил, короче, ставит сюда. Вы стоите, просто дамажите босса. Надо пропуститься, быстро бить вторую фазу. Третья фаза начинается. ДК у нас ловит. Плюс-минус, просто вы стоите где-то вот здесь, меточка, тоже полукругом, кстати, РД-зоны, милики тоже ходите. Типа он делает голп, танчит, блядь, где-то ДК в третьей фазе, вот здесь, вот эта линия, то бишь, поворачивает за трейда, он сделал голоп, типа, впереди балл не стоит, ругаю просто, и для себя, и для тебя. Никто впереди балл не находится, никогда у босса, то бишь, ДК будет подводить, отворачивает, все. Босс несложный, простой, вся задача, убить вторую фазу, будет, короче, всплеск идти. Надо 100% засчитывать. И также мастера урон огонь возьмите, если голоп через рейд будет, чтобы сайта сумер. Будешь отдавать все пети сапроты, кто дыря в ДЦ пьет СПД банку. Вот и все, по пол диспелла там будет первая фаза. Ну там можно ее просилить, я вчера ее просилил, они не диспелили. Ребят, кому-то масло надо мазать. Так, ладно, я маслом тоже мажусь. Да, иди ко мне, Лок. Иди к Кивиде. Лок, иди напрямую ко мне, Лок. Потом покупайте, ребят, не забывайте, пожалуйста. Все, а я что-то не понял, или я могу что-то невнятно сказать, просто могу повторить. Я, вопрос мне, 51% это у коня? Да, фаза, все, короче, 50% хорошо. Начинается, они разделяются, типа убираешь тотему, деколови, типа, этого ебла, на которого не конь, и видео ставит, вы не дамажите, он поставил, как он поставил, повернул к вам жопу, все заняли свои места, и начинаете дамажить уже босса. Еще раз чек на пул. Напоминаю, на первой фазе не брустите. Просто канальте босса. Кому СТС? Блять, да, СТС, наверное, по себе. Ты будешь в мелизоне стоять. Все. На первой фазе босса в красную метку, да? На второй тоже. На второй. На второй. В центре держишь. И так и держишь первую фазу.
Сейчас, приготовьтесь. О, понял. Ну, видел на мне, да? Да. Это на кофе? На варе было? Да. Сейчас на фуллоге. Что-то подъебал, зашел, да? Да, он подъебал все. Чернобыль. Передевал не стоит, там клир. Да нормально, видно по агру, так что можно стоять как хотите. Сбафайте сразу, короче. Мага. Для идра потрачу на него. Приготовились. Играй за темы. Побежали в метку РДшника. Или готовьтесь тоже сейчас. Оттуда переводите. Все, уводи. Нет, босс, сзади мужик, мужика. Ну, конь босс, сам бегает. В адивизию быстрее в крест ставь. Отворачивай. Все, веру давай. Это диспелить? Да, это можно диспелить. Вот здесь принцип диспелит. Скажите, когда мастера отдавать? Когда голубь через рейд пойдет через вас. Когда от ворот, от входа будет бежать конь, вот тогда. Бля, я это как зеблан жму. Ну, ты вот честно сейчас. Как фонаря просто. Конченый. Блять, как мне голову зацепило. А, наверное, ауру ставить. Ой, это. Желтый джакоби. Зачем тебе хило ставить? Нужна ману, Саша. Понял. А тут типа проблема вся в первой фазе, типа попросил его, вот если мне типа не справить. Вторая фаза, у меня не очень сильно. У меня сейчас мана ниже 20к вообще не падает. Сами приготовься, давай боб по скидке. Ага. Как он умрет, да? Ну, вот перед смертью столько останется кидай. О, давай боб ему, давай. Чего не забирай? Отворачивай трейдер, все, вот так Санчик. Тащи к луне. Подъебал, не заходите. Когда кастует ауешный каст, только не каст. Держи поближе к луне, чтобы он рывком не убегал за ворота. Ну, за оградку. После галопа будет. Здесь лови поменять. Примерно, сейчас. Вот сюда вот лови. Вот так, да. Отворачивай. И все, это ведь босс. Больно. Больше нихуя не будет. После каждого галопа будет опыт. То, что это центр. Еще между галопом может быть, не знаю, один раз попал. Короче, я микро выключил пехоту. Вот. Берегитесь. Она когда прибегает, может кликнуть? Да. Да, может. Так вы от этого и урона лутаете. А, достижка, пожалуйста, начинай хилить. И кастера вообще. Ладно, по жизни гораздо больше. Че, ну, Бальт, иди оттуда к нам уже, может. Уже походи будешь стоять. Он и подъебал не заходит. Бойчик худенький. Щит маны прожимать надо. Должен быть 19-10-20 у меня вот сюда КХП. Ого. Берегитесь.
Красавцу, а? Сразу смог маленький, надо поднимите игроков-то. Сразу пусть другие поглядят тоже. Бля, а чё у меня вчера тут руки не остались? Вчера я только плащ забрал, блядь. Ух ты, смотри, выпало, а, блядь. Смотрел, смотрел. Погодите, это тут, блядь, падает, да? Штаны офигительные с мастерством, смотрите, да? Пацанка? Да. Да. Перчерики нужны кому-то? Иди, иди. Кто там? Пиноколада. Иди, пожалуйста. Лежит. Оставьте шкаф, пожалуйста. Два пака, три, понимаете. Два пака, все, да. Все за стенку, встаньте. Все за стенку, встаньте. Зарядление на ДК. Надо блок отправить туда, наверное. А, его никто не предиспалил. Ну да. Ну там проклятие. Все, да. Все, падаем, падаем, падаем. Или выбегаем, кто успеет. Можем упасть. Андрюс, дай бомжей. Я за ДК заходи здесь. Ну. Да, блядь, да. Лучше выйти. Там проклятие. Сам же там буду застрелять, лучше да, пошли. У нас же здесь лок, можно уже глазиком повыводить, точно. Рыбу, блядь, проебали, пиздец. Это да, это да. Ну, на трэш рыбу не надо. Да не, просто проклятие друида или маг, чтобы здесь спалился, ну и всё. Да, как вариант, да, но... Не друид, не маг. Там, блядь, а здесь спалит. А чё мы самое локом не собираем, или трэш? Так как это? Давай, иди, я тебе продюсер. Спай, людей забираем. Без там. И на коладу. Давай. Все, все влево. Пойдите. Если огонь не сильно дамажит, можешь поставить сосредоточение, чтобы кастеры не избивались. Здесь меньше дамажит разве? А, ну вообще практически 300 что ли прилетает, скажем. Все нормально. Там на пол сдает или все. Гнев небес. Это там гнева небес мало, кстати. Да нет, достаточно, чтобы они сбежались в кучу. Да, они же типа тут не сильно увешают. Контроль больше, блядь, заебывает. Раз трогал, въебал один. Это специально с адреналином, да, бил? Что? Я думал, что, может быть, я уже выпил много. Тебе бы еще это ночного эльфа сделать. Вообще бесконечная энергия была бы. Слушай, Рожок, скажи, что там тебе надамажило? Ты... Соло-таргет-то. Че говоришь? Тринка по боссу сколько надамажил? А, кстати, да, надо посмотреть. Ну, она нормально долбит. На рогах особенно. 7%? А нет, смертельный ряд. Ну, бля, у меня походу не сохранилось. Капающий. Вверх, поднимайтесь. Капающий 4.6. Ладно. Сколько? 4.6? 4.6. Ну, бля, ну хуй знает. Хили. Да я хилю его нахуй. А, это... Шею отработает, оправдывает. Она, кстати, пробовала, смотри нахуй. Правильно, ты же хилишь. Ой, бля. Ну, с кружкой это будет не 4%. Аж процентов 6,5 где-то. Да. Да я надеюсь, что на форуме на Нове, что она чуть хуже за огородную и ее апнут. Она хуже кружки, вот в чем проблема.
Ну да, она уже кружит. Даже на мультиках будет нормально. Да. Мне крайне не нравится, что развивается лужа, потому что это, из этой лужи вечно кого-то выводит. Мне бы понравилось, если бы она как токсин вешается на всех в зоне, и все, и висит. И неважно, вывели из лужи, не вывели. Ну да, так, токсин прикольно. А ну, кружки-то получается... тоже делятся на всех урон. Ну, кружки видишь, что делится, а здесь не делится, полный урон всем наносится. Поэтому она профитна для паков, там где дрожь есть. Ну, надо еще кружку выбить. Хватит, я уже не буду. И свечить между собой, да? Да-да-да. А почем гадюка? 3000? 270. Это как 2 токена. Ну это я же себе. Я же хотел себе вернуть, думаю, бля, возьму лучше токен, а мне штраф ебанули, что типа нельзя. Ну да, после того, как оденешься, уже сразу минус 30%. Ну могли на Новый год хотя бы скидки сделать побольше, а то 25%. Самые большие скидки только на Черную Пятницу. Там 40%. Да, да, вот ракетку на Новый год хотя бы 30 сделали бы. Я называю себе и кружку, и эту взял. Тогда подписи не было, что не работает вместе. Нельзя одевать, точнее. А, то есть можно было носить вместе, да? Вот именно, что надписи не было, а носить вместе нельзя было. Потом они добавили надпись. Да, за Агром его я следить. Не знаю, ушел в тень, Агро сорвалось. Вас бьют, не бейте. В чем проблема? Слушай, ну я сейчас так весело, как такой будет за меня. Что с вами? Ну как надо вас хилить, сейчас я не весело как... Ты разваливаешься весь из-за шипанского, давай еще раз. У меня спина смокла. Подей. Давайте. А, все нормально, смотри. Ладно, еще деморализующим пару, чтобы они послабже были. Чтобы они не били танка, а гладили, да, они хикотали. А вот посмотри, у него хп вообще не падает. Потому что потому что все на Исацуме сидят. Это не тот пак. Что там у этого определенно, у Сашки. Не могу у них хэпал без проходки, вот чё. А они добрали вроде хэпал, там им один танк оставался. Я его подбирал. Надо будет идти. Вытаскивай. Полностью все паки вытаскивают. Собирай пак и сюда веди их, типа прям. А кивер, выводи их. Сверху. Я думал просто еще. Нормально. Сверху нельзя. Дождиком поливать, да. Там еще пак бежит сзади, короче. Кидай назад лужу. Назад в рейк лужу кидай. Ух ты, блядь, не меня сломал. Блядь, нет, нет. Рожок, иди куда он стелс, рожок, уйди в стелс, кто не дает. Топните ДПС, дайте нагреть. Я сейчас рога на пулю прям попсал. Да, я напуливать начал. Все нормально. Сейчас Андрюшка из Старфола, да? Уже был. 2 секунды огня. Нет, я в Старфол не сломал, это вот. Семечка. Я шучу, Андрей, на шутку, Андрей, на шутку. Не, на семечке, да, семечка. А чё, где у нас семечки, я не понял. А, вот сопнул, я понял. Симка в каре такая. Я думал, она больше бить будет. Кто? Симка. Так он не бьет Симки. А. Я не могу танк респалить, блять, я не могу. О, танк у нас перешел на темную сторону. Давай бомжей. О. Бомж Декей не смог дать бомжей. Ваншот. Ваншот, а я как бы не выживаю. Я смотрел, ты был танка за контролем, и через 7 минут только ты сдох. За это время ты мог начать кастовать бомжей. Yeah. У меня нет таких фреймов, что показывает, что кто-то сдох. Мне только хватит показывать, что кто-то сдох. Ты не играешь сюда с этим буквой В включенной? Он вообще без монитора играет, ты что, не заметил? Силю играет. Не, у меня просто фреймы, это в пати, которые все. Обычные, дефолтные.
Ты букву В нажми, и ты будешь видеть. Да, блядь, у меня так тут хватает фреймов, спасибо. Ну, зато без этого верхнего пака будем бить сейчас. Короче, надо менять. Давай, давай, дружище, встань. Лапку. Да, не спасет она вас. Да, иди, иди, закупим сейчас. Приняла, дадут? Как отключить размытие, ёбаное? Никак. Андрюха, давай. Есть, там, можно, можно. Нет, в графике, можно... в эффектах. Отражение и блики вроде отрубить надо. Эффекты свечения. Или эффекты свечения, что-то из этого. Давай, Андрюха, агри и выводи, а я поменяю все этапы. Так, у нас новый танк. Ну, здесь все равно нужно будет два танка. Так. Ну, типа, да. Уже наплевать. Блять, снимите с меня, пожалуйста. Что-то намного азарили, нет? Медведь. Заспал медведя. Че, давай еду нахуй. Так, я пойду пока поменяю. Слушай, там показывай проклятие на Андрея, а я... Там официанты, которые кости ломают, пробивать начинают. Ну, надо. Блять, ну не видите вы еще ничего. Ну, короче, это самое красавцу. Так, здесь кабанчик и рыба, рыба. Да? Да. Здесь рыба, а потом уже кабанчик. Грибните фантомного гостя, который стоит между скалами. Идите, грибы. Вот, ты уж видишь. Ну, я одного грибнул, блядь, Женя, что ты приебался на. Ты его видишь, да? Конечно, вижу. А я думал, сова. А я думал, да. И убьем мобов сразу все на выход. А, будем менять сетап? Мы ну, сейчас просто понравимся вместе, когда я сбрасываю геру. А, окей. Я умирал. Ну, надеюсь, да, да. У кого дебафа нет, те, может, и на калюру идти. Петя, если там вар, короче, который армс можно оставлять, я вчера тоже бил с рамсом, блядь, с этим. А, ну тогда это можно оставить. Здесь два вара, шопе и шопал. Ну, щипе убиваем и все. Значит, идем убираем на трэше, там кому надо бульера. Так, на бойс. А, ну ладно, дул. А, поставь маг потом портал, пожалуйста, у дуларан. Или не надо, сейчас попробуем. А, не, не надо. Если что, джипсы есть. У меня билд поменять, я думал, что там надо эти значки, а их не надо. Обратно нет. На третий билд, да, надо. А обратно нет. Социально.
Да я не знаю, что они загорелись. Исполнение, наверное, висело. Исполнение, конечно. Короче, налево первый у нас пойдет Чернобыль, второй бойчик, третий ДЦ. Направо пойдет, получается, у нас первый Рога, второй. Кто там? Двое. Два, Петя, ты. И Эндрю третий. А Сацуны будут, короче, там на подхвате, типа, куда где там подсобить. Что будет происходить, напоминаю, просто смотрите, первая фаза это будут танцы, типа, право-лево, типа, получается, появляются 4 духа, условно метки поставлю, чтобы вы понимали, где они примерно будут, метки потом уберу, вот. Напомню просто всем, вот, где будут появляться духи, то бишь появляется такой столб света, как луна, и вокруг 4 мага, ваша задача забежать туда, типа, просто персом забежать, и все, вы потанцуете, ловите дебаф, и потом ваша задача похавать со стола. Хавайте похуй чё, ну типа приоритет меликом кабанчик, РДшником рыба. Есть еще торт, но торт не хавайте. Типа, да, хавайте торт только в том случае, если нет вообще никакой еды, чтобы скинуть дебаф. Все, типа, механика такова, типа, вы хавайте, тем самым сбрасывайте 2 минуты дебафа. Соответственно, типа, чтобы вы успели потом побежать и снова, короче, это... потанцевать. Все, это первая фаза, вся такая будет у нас. Убиваем этого моба, то бишь делаем, да. Вот этого моба убиваем. Начинается это вторая фаза. Вторая фаза у нас отходит лок, условно, где-то вот сюда, скорее, сразу поставим меточку. Вообще все метки нахуй уберу. Ставлю просто метку, Чернобыль, крест. Все остальные, короче, смотрите, условно, чтобы вы понимали. Давайте делаем так, Чернобыль тут, танкозона тут. Блять, где-то так, да. И рейд-зона где-то тут, вот, типа. Чернобыль должен достоять дальше всех, типа, ну, вот, чтобы понимали. Условно, типа, РДшник остальные тут стоят, Чернобыль чуть дальше. У него будет бросаться метка, его надо будет быстро просиливать на пол. На второй фазе, все. Будут там танки меняться, свечиться, типа, между собой. Это... Пинклада знаешь, что делать вторую фазу? Да, знаю, только у меня ДБМ тут хреново работает, это босс. Анонсить перефазу. Так, а ты также в Дискорде подписан, я просто паром еще сделаю. Да, так же. Таймер поставь, под мини-картой нажми, таймер. 3 минуты, фаза идет первая. Да, скорее всего, прочередуй, имеется в виду, нет? Череда, 1:20 после начала второй фазы. Вторая фаза, короче, начинается, то есть, тогда, когда пропадает с него стак и все, типа, можете не париться, типа, сразу выйти. У меня пропадает стак, началась вторая фаза. Я забираю весь трэш, ты танчишь босса. Выполню цель. Ну что, трэш тут короче, не больно, когда его контролировать не надо. Ничего делать не надо, просто, вот сейчас первая фаза начинается, мы бьем, то есть, я собираю весь пак, типа, он забирает босса. И просто мазит спел даешь, когда там будет на все доты висеть и все. И все вливаемся в череп. Все. И бегаем, танцуем. Я могу уешить или. Ты повиновение имеешь в виду? Да. Можешь. Только грани сорви. Так а мне на полу дать в мишку или. Или типа да, в уедешь, даже медведя. Медведя. Ты уедешь, медведя, все. Так, рыбу ставлю, короче. Мы Мороза сейчас бить не будем, практически вообще, пока не убьем моба. Кстати, а наша рыба... Убиваем моба, не... потом ебашьте Мороза, все. Наша рыба не диспелит дебаф? Нет. Нет. Чтоб не перепутать, блядь. На столе поставил же. Все запомнили, кто куда, в какую сторону, в какой по очереди? Я третий иду направо. Я направо первый иду. Петь второго. Короче, вы все адекватные, типа, ребята. Если не проебут танцы, типа, сразу звучит, там лево-право, куда кто бежит. Угу. Метки надо сторона поставить, там, не знаю, два вот ромба. Не, не надо. Ромб поставлю не, не, и... Не надо, Антик, вообще не надо. Ауру какую? Вот, да. Хочу, блядь, сориентировать сейчас. Да, Чернобыль слева первый. Кто ты второй слева? На второй фазе пускай только танки между собой общаются.
Ну да, фласки или чё? Ладно. Ты накладно напоминаю, что, короче, на второй фазе, типа, когда идет череда, типа, на ком не все тот, кто ты продолжает его танчить, то бишь, не приаривает. Он повесит дебаф после череды, тогда уже приаривает. Чекну что. Ладно, я понял. Доступлю, извини. Все готовы? Готовы. Выберем пульты. Смотри, спал, дай, пожалуйста. Сайду. Право, право, танцы. Забыстрать. Рыба правый передний. Лево, лево. Лево танцы. Сейчас добивай. Право танцы. Право танцы. Право второй танцы. Немота. Флагу просите. Я забрал босса, пока, короче, заберешь сейчас обратно. Забирай обратно. Все, поморол, загорайте. Слева танцы. Слева. Левый танцы, побежу. Классный, брат. Даже ничего звучит. А то кто кидает моб или... Третья аура тут работает? Вот я побежал, блядь. Я заранее. DC, могу закрыть справа закрыть, если надо будет. Я справа закрою. Я третий. Это, блядь, лютый, тебя прошибает, ты на колонну, пиздец просто. DC, если что, слева. У нас диспел на мобов. Танцы слева. Слева, DC. Блок. Морозы продиспелите, там в нем план. У нас диспел на мобах сделайте. Все. На морозе 8 стаков. Вообще бро. Спадут. Справа. Засунут. А, ну вроде ходишь достаточно. Там кабанчик рядом. Не вижу. Сколько до перефазы? Да пропадет стак и сразу будет. Грубо говоря, минута. А вы что, мобов не бьете? Не, морозы бьем сейчас. Морозы? Рога, 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 рога. Рога. О! Блять. Отозвал. Я уже забежал. Сорян. Я ж не увидел этого луча. Да ты, блядь, ты бежишь. Следующий загрузку тогда. Забрал. Все тихо, танки говорят. Забирай. Гера. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Зарядим, пожалуйста, на мод. Забрал.
Забери, 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 забери. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. На вторую, короче, это. Забирай. На вторую череду обезоружения рога вкинешь. За 5 секунд вода. Забирай. Анонсите мне, чтобы я увидел. Я могу не увидеть. 28 секунд, 25. Забрал. За сколько секунд за анонс? Забирай. 5. Забрал. Забирай. У меня еще массайф есть. Кидай. Дизарм. Все равно шутает. Да, походу шутает все равно. Блэка с него не видел. Блядь. Ну это все нахуй. Я не видел каст. Да не, он забрал все. Я не видел, что у него закастовал, не закастовал, я, блядь. Понял. Я же спросил. Танка. Дружище, все, ты же в Дискорде озвучь. Поэтому два танка и говорят. Один говорит, я забрал. А второй говорит, я забрал. Это я спросил, блядь, я вас спросил уже сразу же. А там нет времени ответить. Так нет, блядь. Я не понял, короче, у мороз клива, это мне со следом прилетел клив плюс череда. 27 косарей с череды, и я отъехал. Это не мороз кливает, это вар кливает. Это вар крутится. Не вихрь, а именно клив. И написано источник мороз. Ой, бля. Вот, гляньте. Короче, вот все, это весь босс, блядь. Ой, сука. Точно трэш не надо убивать, потому что он как бы танков бьет, нет? Нет. Мы всегда убивали, с одного убиваем лишнего, если. Сейчас посмотрим, кто тут. Тот Стайнер плюс Баблопал и два Авара. Я слышал, двоих убивают, за 3 минуты двоих легко. А смысл? Там же стаки все равно на боссе. Всякие-то, ну они же на мобах тоже. Они на всех висят, так и типа. Ну ты за это время просто продамаживаешь, блядь, волосы условно, блядь, лям дамага. Особо смысла нет, медведь стоит, это... его же не сложило. Ребята, давайте уточним. Я вот ДЦшником, ну это не мой основной спек. Я как бы играть умею, но, блядь. Скажите точно, чтобы я не бегал вот эту хуйню закрывать, потому что я бежал нахуй, я пока щиты кидал, я вот в эти стулья спотыкался нахуй. Хватает там людей, вроде все бегают, закрывают эти танцы, чтобы я это не отвлекался, не парился, блядь, щиты кидал, там хилил. Ну хуй за. Вроде как хилов я не слышал, чтобы направляли туда, тем более два хила нас. Хуй знает, что может произойти. Хуй знает, я вчера бегал и похуй, типа, не знаю. Я говорю, я что-то побежал, блядь, и об стулья начал нахуй тут мансить, нахуй, блядь. Ну да, в стулья можно топиться, тоже плутал у них. Ну типа и по факту тебе, типа, тебе кастовать надо, ты просто бежишь, щитуешь, типа, и из-за этого дается спокойно бегать. Сейчас вроде хватало людей, я не знаю, кто там бегал. Да, людей хватает, но по факту, типа, ничего сложного, что нет в этом. Не, ничего сложного, я говорю, я не добежал, блядь, я в стуле завис, там челик какой-то забежал. Ну, да, как кажется, шаман есть, пускай потеет. Спасибо. Тогда под шампунем тебе потеть надо. Блять, а рыба стоит? Нет, что-то не вижу. Да, вот сюда. Давайте рыбалку, лапку, хуярку. Вот она стоит. А, да, бомбов есть, тем более.
Короче, чек на пол, бля, пиздец, наверное. Николай, включи микрофон, пожалуйста. Если на тебя закастовался каст, я типа не забираю, просто ори, блядь. Забери, блядь, не тупи или что. Просто я его сейчас старый, у меня слетел. Я не видел, как он закастал. У меня в фокусе тоже висит. Но я его не увидел, проебался. Я вот спрашивал, а ты не ответил. А ты поставь воду. Там можно бафы забить, смотреть. Буду бафы, что? Угу. Ну там типа вбиваешь название. Да я и так все вижу, я просто вот проебался, я еще до сих пор не проснулся, бля. Окей. Все, убьем сейчас, давайте, погнали. Что стоим-то? Я жду пины колады, короче, ты можешь ответить, нет? Ты сможешь озвучить, да, какая ситуация? Да. Все, типа в этом сложности ж нет, я тебе вообще, блядь, что зря 200% добавлял или что? Все, добавим пул, пошли, сразу приготовьте здесь полить ухола, потому что сразу станут плеть. Не спал. Прям будет танк. Справа. Слева. Ой, справа. Рога. Не спал. Не спал. Танцы. Вообще был звучный милик первый, видишь? У меня свое право, свое лево. Слева. Право. Не спал. Николаду просил. Просил? Не спал? Поморов забашь. Я закрою. Сейчас я чуть сравнять поставлю это. Справа. Опять справа. Мордога отходышилась? Не, 20 секунд у меня. Ну, кто я следующий закрою. Сейчас за ним. Там закрыл уже Влад. Морозов бьем? Да. Могу на следующий сбить. Слева. РДДшник закройте. Оп, хорошо. Все справа закрою. И эти слева следующий скрывает. Там кабаны, рыбы, жрите на сплах, он целая куча. Так и снимайте. Вальчаром с кулак кидает, как я понял. Справа. Билики, рога. Короче, позвучите, я сейчас что-то не проебался. Без пала передайте по морозу. Слева. Петь, ты направо бежишь, да, следующий? Угу. Это тоже фаза должна быть. Фаза. Забрал. Банный студия. Забра. Да. Забрал. Да.
Игра. Забрал. 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 Забирай. Забрал. Через 20 секунд. Забери. Я дам. Забрал. 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 Нет, за раунду. А не твой. У меня не роды баха. Забирай. Таун. Сашка, дай, пожалуйста, гимн. Забирай. Спасибо тебе большое. Забрал. Пожалуйста, за лимоны. Нет. Спасибо. Забрал. Не смогу. Я все понял. Забрал. Блядь, сейчас, если я прожму, ну давай, блядь. Забери. Забрал, дал, Инар. Просили только. На хп сдал. Была вообще, а не хоп, сюда. Да, вообще. Здра. Желтый жага бью, короче. Угу. Здра. Здра. Кажется, когда атмосфера. Да. Да можешь отдать сейчас там в мосте, чтобы было попроще, блядь. Забирай. Уже не... Добиваем босс один хуй. Забирай. На каком-то метке висит не профили, бля. Да. Андрюха, тапочки. Тапочки. Бля, что Андрюха, ГЦ? А чё? Прерыв. Да? Там какой-то дебаф, ебал. А, тапки упали, нихуя себе. ГЦ, на X3 ты их так не выбил. В смысле, а у меня на X3 они были. Как он их не выбил? Он ходил очень долго, долго, упорно. За этими тапками. Они не подали ни с мороза, ни с орана. Женя, у тебя бульки на ману есть, вот эти припоты? Конечно, я купил бы 7 штук себе сейчас. Ну все. Подождите, тут хилов нет.
Я скажу честно, вам было сложно сидеть из-за того, что там присутствует.